Соревнования, которые проходили в спортивных залах города, приурочены к празднованию Дня Победы. На турнире приняли участие около 500 спортсменов, среди которых были профессионалы своего дела и воспитанники, которые только начинают принимать участие в подобных первенствах. Открывая турнир по боксу, начальник управления физической культуры и спорта администрации города Хасавюрт Магомедали Газимагомедов рассказал о важности для подрастающего поколения проведения подобных мероприятий и поздравил юных спортсменов с наступающим праздником, с Днем Великой Победы. Сегодняшнее мероприятие, которое проводится здесь, школой Гайдарбекова, мы считаем одним из наилучших показателей того, какими должны быть настоящие мужчины, какими должны быть настоящие спортсмены и какие должны быть настоящие граждане. Желаю победы вам здесь всем. Желаю, значит, чтобы вы продолжали путь своих дедов и отцов. В спорткомплексе имени Гамида Гамидова также прошло первенство по тяжелой атлетике. Участие в спортивных мероприятиях – это победа над самим собой. Хасавюртовская молодежь всегда отличается своей физической готовностью и активностью. На состязании были представлены лучшие спортсмены и спортсменки спортивной школы имени Шамиля Умаханова. В общей сложности более 50 спортсменов боролись за кубки и медали. Недавно стал бронзовым призером чемпионата Дагестана, во взрослом чемпионате Дагестана и выполнил нормативы кандидата мастеров спорта. В дальнейшем, надеюсь, стану мастером спорта и мастером спорта международного класса. Наряду спортивных мероприятий прошел открытый турнир по тхэквондо Лига Кавказа. Более 300 спортсменов из Хасавюрта в двух возрастных категориях боролись за медали. В течение одного дня выявили лучших и устойчивых спортсменов. По словам Магомедали Газимагомедова, желающих оказалось намного больше, чем предполагалось. Это говорит о традиционном высоком интересе к спорту в Хасавюрте. По мнению организаторов, такие спортивные мероприятия должны проводиться во всех организациях, учреждениях и ведомствах. И данный турнир является показательным. Расул Гаджиев, Тагим Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».